выпускному платье долго выбирали с мамой мы. Обошли все с мамой рынки, обошли все бутики. Дорогие нынче шмотки, ну и выбор не ахти. И сказала мама хмуро: чем ты хочешь, там иди. Но когда увидел папа, в чем пойти хотела я, очень громко вспомнил маму и что делал с ней на днях. Обозвал меня шалуньей, чё-то про бабушку сказал. Очень жаль, что с выпускного платья мамы не узнал. Когда ехала в маршрутке в этом платье в школу я, то водитель прослезился, не взяв денежку с меня. Довели в страну уроды, рядом дедушка сказал, а молоденький парнишка мне 100 баксов предлагал. Подходила, когда к школе с ветки воробей упал. Никогда такого платья, видно, птенчик не видал. А у ежика колючки тверже начали торчать. Мне до школы оставалось мимо церкви прошагать. Все подружки были в шоке, обалдели пацаны. Даже те, кто мое платье видел только со спины. Завуч в обморок упала, сострелился в инрук. Платье только заценили трудовик наш и физрук. Мои милые девчонки, я совет хочу вам дать. Выбирая себе платье, важно кое-что понять. Можно ошибиться с тканью, с декольте не угадать, но должно же ваше платье, ну, хоть что-то прикрывать.